Согласно размещенному отчету Всемирного банка по индикатору подключения к системе электроснабжения за 2013 год Республика Казахстан заняла 87 место. В процессе подключения специалистов Всемирного банка было выявлено 6 процедур, выполнение которых занимает 88 дней при их стоимости 1 500 000 тенге. В 2013 году для улучшения индикатора постановлением правительства Республики Казахстан было утверждено изменение в правила пользования электрической энергией. Правилами регламентируется сокращение количества документов, прилагаемых к заявлению, и более короткие сроки выдачи технических условий на подключение к системе электроснабжения с минимальными сроками до 7 дней для объектов мощностью до 100 кВт и до 10 дней мощностью от 100 до 1000 кВт. Такая градация охватывает практически весь спектр предприятий малого и среднего бизнеса. Кроме того, с сентября 2013 года реализуется пилотный проект в Восточно-Казахстанской области по выдаче предпринимателям технических условий на подключение по принципу одного окна через центры обслуживания населения. Данный пилотный проект зарекомендовал себя с положительной стороны и был поддержан предпринимателями региона. В 2014 году нами будет проводиться дальнейшая работа по сокращению сроков по выдаче технических условий. Так, мы хотим сократить с 7 до 5 дней для объектов до 100 кВт и сроков по согласованию проектов подключения с 20 до 15 дней. Также планируется обязать энергопередающие компании на собственных интернет-ресурсах размещать информацию по внешнему подключению с указанием перечня компаний, лицензированных на выполнение проектов и работ по подключению к сетям электроснабжения. По процедуре согласования земельных работ предполагается сокращение сроков получения разрешения на их выполнение. Данная работа проводится совместно с МРР. Для упрощения процедуры выполнения работ по подключению к сети частной организации предлагается законодательно закрепить за энергоснабжающими компаниями размещать на своих интернет-ресурсах перечень организаций, которые могут проводить данные работы по внешнему подключению. Для упрощения процедуры получения разрешения на подключение от представителей Комитета государственного энергонадзора предлагается завершение автоматизации стандарта государственной услуги выдачи разрешения на подключение к электрическим сетям электроустановок потребителей с установленной мощностью свыше 100 кВт. По последнему процедуре это подключение объекта к сети предусматривается подписание договоров на электроснабжение, опломбировку счетчика и выдачу напряжения электроустановки потребителей. Данный срок сокращается до 1 дня. Для выработки дальнейших шагов по упрощению процедуры подключения был проведен детальный анализ процедур в 10 странах, занимающих ведущие места в рейтинге. Анализ показал, что существует два принципиальных подхода к упрощению процесса подключения. Первый подход заключается в полной передаче функции внешнего подключения электропередающей организации, в данном случае РЭКу. В данном случае энергопередающая организация – это та компания, которая проведет осмотр объекта подключения, разработает проект и произведет необходимые работы. Все согласования со сторонними организациями компания проведет самостоятельно, с минимальным вовлечением в этот процесс заявителя. За счет применения данного подхода количество процедур по подключению снижается до 3-4. А все расходы, связанные с понесенными затратами энергопродающей организации, заявитель компенсирует сам в полном объеме. Второй подход заключается в привлечении к процессу внешнего подключения сертифицированного лицензионного подрядчика, который выступит в качестве агента заявителя во взаимоотношениях с энергопередающей компанией. Данный подрядчик выполнит проект внешнего подключения, необходимые работы и согласует выполнение работы с различными инстанциями. В тех странах, где используется второй подход, существует многоступенчатая система гарантий качества подготовки специалистов в области энергетики и строительства. Эта система называется система профессиональных инженеров. По нашему мнению, данная система наиболее привлекательна в условиях Казахстана. Внедрение системы профессиональных инженеров позволит во многом упростить выдачу разрешения на подключение представителям территориального департамента энергонадзора при условии выполнения работ по внешнему подключению профессиональными инженерами. Дальнейшая работа по
индикатору подключения системы электроснабжения в части его упрощения министерством будет продолжено.